Краевой суд вынес решение по спору Алтайского госуниверситета с экс-деканом юрфака. С этого дня Наталья Карлова официально не состоит в трудовых отношениях с АлтГУ. Суд удовлетворил апелляцию классического вуза. Решение о ее возвращении на должность, которое принял районный суд в сентябре, отменили. Параллельно в железнодорожном суде рассматривается иск Натальи Карловой к университету, в котором она просит признать приказ об ее отстранении незаконным. Женщина намерена обратиться в Верховный суд РФ. Напомним, Наталья Карлова ушла с поста декана юрфака после скандала с выговором от руководства вуза. Ее обвинили в том, что она якобы незаконно лишила премии одного из своих профессоров.